Александр Николаевич, интересно было слушать вас как мудрого человека, знатока. Думается, вы своим выступлением подытожили всю совокупность предыдущих выступлений. И очень хорошо, что у вас записано вашу речь, которую вы говорили импровизированно, записали, потому что очень необходимо сделать сборник выступлений. И если вы не против, мы попросим Тамару Захарову стать ответственной и кого-то из Министерства по внешним связям. Да? Так что ваше первое участие получится. Разрешаете, Александр Михайлович, мы издадим памятное издание о самой школе и о нашем событии, которое сегодня произошло. Всех благодарим за участие и за этот круглый стол. Хотим закончить на такой торжественной ноте. В прошлом году Якутская епархия отметила 150 лет со дня учреждения. Святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл благословил учредить юбилейную медаль Якутской епархии, которая входит в число наградной список медалей Русской Православной Церкви. Я с большим почтением под ваши аплодисменты вручаю эту медаль Александру Николаевичу Ширкову. Спасибо большое. Это, по сути, у меня вторая награда от церкви. У меня есть знак от владыки Зосимы. Правда, это было достаточно давно, и я кастрюлю своему документы не могу найти, а я сам знак у меня хранится. Вот. Большое вам спасибо. Спасибо.